поздравить спортсменов пришли юные дзюдоисты, участники пилотного проекта Федерации дзюдо России «Дошкольное дзюдо». Данная программа стартовала в сентябре этого года в Сочи и уже вызвала большой интерес у детей и родителей. Ребята под руководством опытных тренеров продемонстрировали технику, которой овладели буквально за 3 месяца. В перспективе к проекту присоединятся дети из 5 детских садов курорта. В ходе самого турнира дипломами Всероссийской Федерации самбо были награждены тренеры, внесшие значительный вклад в развитие и популяризацию самбо в России. А спортсменам вручили удостоверения и знаки о присвоении звания мастера спорта России. К слову, в спортивных школах и клубах Сочи резко увеличилось число занимающихся самбо и дзюдо. Если на начало 2015 года в Сочи этими видами спорта занимались 873 спортсмена, то в 2018 году это более 3000 детей и подростков.